Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. Ми працюємо, як сказала, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Наш контактний телефон 76-92-42. Це вас хвилює, а хвилюватись ми з вами будемо сьогодні про те, як навчити підлітка долати життєві труднощі. І нам допоможе практичний психолог Веснянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вікторія Бондар. Виктория, здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам в студию. Очень важная тема нашей программы сегодня. Мы с вами будем сегодня волноваться по поводу того, как научить подростка преодолевать трудности жизни. Вы знаете, вот из самой темы у меня, например, возникает вопрос – а что, подростка этому нужно учить? Ну, конечно, да, естественно. Во-первых, в первую очередь подростка нужно этому учить. Это возраст, когда у ребенка есть неопределенности во всех сферах его жизни. Вроде бы тут он считает уже себя взрослым. То есть подросток считает себя уже... А подростковый возраст это какой? 13? Это возраст 11-17, да, приблизительно. 11-17. Да, у ребенка уже ярко выраженные физические... Ну да, ребенок проходит такие физиологические отклонения. Угу. Да, он да, растет, уже, буйный да, растет, рост. Да, гормональные. Гормональные. И тут у него уже изменения. Ребенок, как это проявляется? Ребенок, получается... Ну, может быть, какие-то неадекватности в поведении, да, Вика? Да, неадекватности в поведении, да. Он уже реагирует на родителей совсем по-другому, импульсивно, да, может агрессивно проявлять свое поведение. Может, у него может проявляться поведение, как бы он не следит за своим поведением, не может контролировать его. Вот, постоянные перепады настроения. Угу. Ну, перепады настроения свойственны и взрослым, да, телезрители? У вас тоже конечно. Бывают перепады настроения? Дождь, грустно, солнце, весело. Бывает наоборот у некоторых. Дождь весело, а солнце грустно. Ну, по-всякому, у каждого по-всякому бывает. Мы работаем в прямом эфире, друзья. Наш контактный телефон 76-92-42. Звоните, если у вас есть перепады настроения. И наша гостья Виктория Бондарь, практический психолог, она поможет вам разрешить ваши вопросы. Ну, а мы с вами волнуемся по поводу того, как научить подростка преодолевать житейские трудности. Потому что мы с вами знаем, как их преодолевать, а вот подростки не знают. Mm-hmm. Виктория, итак, мы остановились на том, что подростков нужно учить да, преодолевать конечно. Житейские да, трудности. Да, у подростков есть такой вот, они живут под девизом «я хочу». «Я хочу» бывает у всех по-разному. Один хочет зарабатывать деньги и этим приносить доход в семью. Другой хочет заниматься спортом, поддерживать свое физическое здоровье, быть здоровым, а кто-то хочет употреблять алкоголь и наркотики. Это его «хочу». Что с первым произойдет, будучи взрослым? Первый подросток, человек станет кем? Успешным бизнесменом, второй – успешным спортсменом, а третий – блуждающим человеком. Да, ужас. Виктория, да, у нас да. есть вопросы телезрителей. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно. Она не может даже сформулировать свою мысль. И ваш журналист, дай бог ей здоровья и счастья, она ее наводит на эту мысль. Вы где вы взяли этого психолога? Сколько ей лет? Какой это психолог? Это же смешно. Спасибо вам, уважаемая телезрительница, за ваши замечания, которые прозвучали в очень корректной форме. Мы ценим то, что вы нас смотрите. Мы продолжаем нашу программу, и относительно нашего психолога, он действительно это профессионал своего дела, но мы работаем в прямом эфире. А прямой эфир – это всегда неожиданности, правда, Виктория? Да, это да, всегда да. неожиданности. Итак, мы говорим о подростках. Очень трудно воспитывать подростки. Родители, у которых есть в семьях подростки, вы знаете, что это очень и очень сложно. А вот что такое кризисная ситуация у подростка? Кризисная Виктория? Ситуация – это, во-первых, кризисные конфликты с родителями в семье. Перед родителями есть задача стоит вот, выработать новые воспитательные методы с ребенком. Какие проблемы происходят, почему происходят вот конфликты в семье.
Потому что родители не понимают своих детей, они не слышат, у них не совпадают взгляды, да, разное мировоззрение. Совсем, да, по-разному ребенок видит ситуацию и родители. И родители с ребенком не могут договориться. Самое главное, что я хочу сказать нашим родителям, уметь выслушать ребенка. Если ребенок вам что-то говорит, выслушайте его. Если вы видите, что он прав, обязательно подтвердите, да, я согласен с тобой. А если ребенок говорит что-то, вы понимаете, что он неправильно говорит, помогите ему выйти из этой ситуации. Да, вы говорите, что не совпадают взгляды родителей и детей. Виктория, но я хочу вас спросить. Дело в том, что практически всегда не совпадают взгляды родителей и детей. Дети учиться не хотят, родители их учиться заставляют. Дети мыть посуду не хотят, родители их заставляют. То есть взгляды детей и взрослых практически никогда не совпадают. А тогда о чем же говорить? Как же говорить, если наши взгляды не совпадают? Может, лучше дать за трещину? Нет, мы что, никаких это, если будет в таком, будет воспитание проходить. То есть вы не сторонница жестких мер? Не сторонница жестких мер. Нет, конечно, вы просто потеряете общение со своим ребенком. Он будет замыкаться в себе, он не будет с вами идти на контакт. Обязательно как бы старайтесь интересоваться вообще своим жизнью своего ребенка. Опять же, вы пример для своего ребенка. Мама пришла с работы, вся как бы нагружена своими проблемами, замкнула себе. Ребенок спросил, что случилось? Она отвечает, ничего, это все нормально. Но ребенок же чувствует, видит, что мама это вот не идет на контакт. В следующий раз, когда у ребенка будет ситуация, он пришел домой весь нагруженный, он так же самое, если мама спросит, что случилось с тобой, так же самое ответит, все нормально. Вы пример родителей для подражания своего ребенка. Но мама ж не может нагружать своего ребенка своими проблемами, так... Виктория. Нет, вот мама пришла уставшая, маме не до чего, да. Дома не мытая посуда, хрясь ребенка по башке, чего не помыл посуду? Это разве плохо? Ну, так надо договариваться с ребенком, как-то ставить минимальное, это, не нагрузить ребенка, там ты то делаешь, как бы для ребенка это будет сложно, это вот куча заданий, ему еще у него переходной возраст, это есть уже, да, вот для ребенка. Ну, да, тут сложно, переходный возраст, да. Да, конечно, тут очень. Тут все надо к ребенку очень аккуратно подходить. А скажите, пожалуйста, Виктория, на ваш взгляд, вы психолог, вы практичный психолог, у вас много консультаций. Будьте добры, какая больше всего часто встречающаяся ситуация у подростков бывает? Часто встречающаяся – это общение со сверстниками. Вот это тоже есть кризисная ситуация. Общение дает подросткам опыт находить контакты, да, с людьми. Общение друг с другом? Да, друг с другом, да. Да. И когда свойственно подростковому возрасту, что дети группируются, у них есть, да, свои взгляды на интересы какие-то, и ребенок чувствует себя комфортно в этой ситуации, он может высказать свое мнение, да. И когда... Где ребенок, кого ребенок больше послушает? Маму, та, которая читает морали, или свою компанию, да, свой круг общения. Для родителей главная задача создать вот внутри семьи вот эти условия, чтобы ребенок мог реализовать свои потребности в свободе, быть независимым. Независимым от чего, Виктория? Независимым, ну, как бы он свободно себя чувствовал дома, он мог это, чтобы его не контролировали. Родители вроде бы пытаются контролировать, проявляют гиперопеку, но не дают ребенку расти. Вот, например, из моей практики, я как арт-терапевт еще провожу такую технику «Моя семья в виде цветов». Когда маму просишь нарисуй свою семью, мама рисует себя большим таким крупным цветком. И рядом рисует ребеночка своего подростка, маленького такого мужа, может, где-то там сзади, склонившимся. Притаился, да, муж, да, под и кустиком. Этот цветок прям опущен на ребенка. Что это говорит? Сразу можно по этой методике, технике сказать, что мама гиперопекает своего ребенка и не дает роста. Как он будет расти? Ну, вот вроде бы она заботится, но не дает ему роста. Судя из ваших советов, то есть к
контроль за ребенком должен осуществляться незаметно для ребенка. Да, 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 да. Наблюдать. Родители должны наблюдать. Ни в коем случае не контролировать. Это должно быть все минимально. Контроль должен быть, но минимален. Угу. То есть ребенок пришел из школы, там-то сделал уроки, то все, а потом ребенок вышел, тихонечко полез в портфель и посмотри, какие записочки там, то все. Нет, ну как бы нет. Нет. Почему? Нет. Но опять же, это вы лезете, да, в пространство. Если вдруг ребенок вот заметит, да, что это. Ну, надо, чтобы не заметил. Ну, это уже это вот, конечно, нежелательно так делать. Лучше с ребенком пообщаться. Хотя ребенок неохотно допускает в свой мир родителей. Он все равно чувствует какой-то подвох, да, что родители как-то хотят что-то выяснить, какой-то. Виктория, как вы думаете, на ваш взгляд, что в первую очередь должны знать родители о своих взрослеющих детях? Ну, конечно же, что они должны знать, что ребенок взрослеет, что ребенку, да, тяжело справиться, родители должны помочь ребенку. Ну, я думаю, что должны, наверное, опуститься на уровень подростка, вот представить себя подростком. Ну, представьте себе родителя, что вам 13-15 лет. Да, как вы себя будете чувствовать, если вы смотрите в зеркало, у вас гормональный, да, идет сильно гормональный рост, ребенок изменяется, смотрит в зеркало, там где-то в фигуре, да, какие-то изменения, какой-то прыщик уже начинает замечать больше, а тут начинает мама, там смотри за своей походкой, там подымай выше ноги, ну, больше замечания к ребенку как личности. Там что могут родители, там учителя, там держи спину ровненько, потому что будет сколиоз, ну какие-то замечания постоянно делать. Как ребенку, я же взрослый, а тут мне делают постоянно какие-то, как родителям будет? Очень сложно, да, неприятно. Или мама может при друзьях наругать ребенка, сказать, там почему ты на мороз вышел без шапки, там посмеяться. Могут, да, сверстники, не, ну, с ребенком. Понятно, безусловно, да. не допускать некорректного поведения в адрес и своего ребенка, и других детей. Да, это недопустимо. Но что еще, Виктория? То есть бережное отношение к мнению своего ребенка, к его личному пространству. Я так понимаю. Да, 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 конечно. Родители должны помнить о том, что ребенок — это тоже человек. Да, друзья мои, дети – это тоже люди, представьте себе, хотя и маленькие. И у них тоже должно быть личное пространство, да? Личное, ну, конечно, пространство. Конечно, что значит личное пространство у ребенка, Виктория? У ребенка, во-первых, должна быть своя комната, ну, это в лучшем случае, чтобы ребенок мог прийти со школы, да, где-то это побыть. Ну, не всегда вот, позволяют условия иметь свою... Не всегда, но я говорю, свою... если, ну, это, да, как, ну, хорошо, если... Вот, если нет комнаты, тогда дать что? Дать возможность вот ребенку, не лезть к нему, это сразу, ребенок приходит со школы, да, и родители задают стандартные вопросы, там, что ты получил, да, там, какие у тебя оценки, а об эмоциональном состоянии родители вообще забывают, да, как здесь нужно себя вести родителям. Во-первых, задавать вопросы в виде, спросить, как твое настроение, как это, вот, вот таким способом узнать. Не что ты получила, как твое настроение, сынок, да, или доченька, да, да? Да, в каком ты сегодня настроении, да, обязательно, душа моя? Да, только так, да. И тогда ребенок вот уже не слышит вот этих стандартов, да, что это вот я сейчас приду домой, мама меня будет спрашивать, как это, вот что ты получил, когда уже, как настроение это. Я всегда вот со своим ребенком, у меня ребеночек в первом классе, я всегда у него спрашиваю, как, что, как. Всегда отвечает, и мы находим с ним общий язык. Вы спрашиваете в первую очередь у него, как твое настроение, да, сынок? Да, да, как прошел твой день, да, что было интересного, что тебя огорчило, может, тебя что-то огорчило сегодня. Ну, ваш ребенок еще находится в такой ну, нежной поре, да, ему, да, всего, да, 7 лет. А мы говорим сегодня о подростках. Подростки – это подростковая среда, это достаточно жесткая среда. Да, да. Это... Я бы даже сказала, в какой-то мере жестокая среда. И, конечно, сломаться очень легко. Виктория, будьте добры, ваши советы по поводу того, как помочь родителям, если они видят, что их ребенок, подросток, находится уже долгое время в угнетенном состоянии. В угнетенном состоянии, но я считаю, что... И не идет на контакт с родителями. Не идет на контакт с родителями. Да.
Ну, как бы тут надо узнать вообще причины, почему это вот хотя бы, ну, исходить, почему ребенок, что могло произвести, вот почему он не общается с родителями. Значит, была уже какая-то, да, серьезная ситуация, что-то, ну, что ребенок замкнулся в себе. А, например, ребенок смогли расположить ребенка к себе, и он признается, что он не признается, его не признают в его обществе. Он хочет быть, например, лидером, а у него не получается стать лидером. Объяснить ребенку, что да, ты стараешься, да, ну как бы что, во-первых, посмотреть, к чему ребенок вообще, как он. Если он хочет быть лидером, стремится он это, ну, завоевать, да, уважение, завоевать товарищей, уважение, да? Да, товарищей, да, да. Что он для этого делает? А так, если ребенок говорит, я хочу это вот быть лидером и для этого ничего не делать, ну, естественно, у него ничего не получится. Вот видите, какие полезные советы вы даете, Виктория, что действительно, прежде чем просто пилить ребенка, то нужно разобраться в ситуации. В каждой ситуации можно разобраться. Конечно, да, обязательно. Я же говорю, надо найти общий язык с ребенком. Почему я сказала, вот я со своим ребенком общаюсь. Вот надо начинать уже с маленького, да, вот еще ребенок в детский сад пошел, уже потихоньку об эмоциональном состоянии ребенка спрашивать. А вы знаете, Виктория, бывает ситуация, когда дома и в школе подросток образцовый. Хороший сын или хорошая дочь, он в комнате, допустим, если у него комната, он в абсолютный порядок, он в школе отличник. И вдруг узнается, что этот подросток принимал участие в каком-то совершенно безобразном мероприятии. И как выяснилось, что у него склонность вот к каким-то извращенным таким моментам. А родители это прощелкали, и в школе прощелкали, а на глазах это замечательно совершенно, и его всем ставили в пример. То есть вот как вот в этой ситуации не пропустить, чтобы ребенок, ну, действительно не вырос мерзавцем? Ну, во-первых, подражатели. Ведь вот дети, они тоже хитрецы, да, они, конечно, умеют хитрить, и они умеют скрывать свои настоящие чувства. Ну, первые учителя, первые наставники на как стать на правильный путь у ребенка – это его родители. Вот родители – пример, как себя вести. Ребенок смотрит, как родители ведут себя дома, как в обществе. Вот если ребенок вот тоже подметил, что мама себя дома ведет, так по-особенному где-то в обществе она проявляет, да, там, может быть, там, или грубее, там. Вот ребенок тоже берет вот эту модель поведения, что я дома хороший, а где-то может вот проявить себя и так. Родителям надо контролировать, но в меру вот интересоваться, и тогда вы, ну, не допустите вот таких вот серьезных ошибок. В хорошей, да, семье мерзавцы не появляются. Нет, конечно. Угу. Виктория, будьте добры, нас сейчас смотрят подростки, слушают, и хотелось бы услышать из ваших уст пожелания. Пожелания для подростков. Конечно. Ну, у меня есть одна притча такая, я бы хотела бы ее рассказать подросткам. Угу. Сидели несколько парней на лавочке и обсуждали своих родителей. Один говорит, как мне эти уже родители надоели. Все время мой папа пропадает, нет его дома. Мама меня постоянно заставляет кушать свои каши, но мне они уже так надоели, а когда я не ем их, она обижается. Другой говорит, а меня постоянно на тренировки возят, я не хочу, мне это уже тоже надоело. Третий говорит, а меня мама постоянно уроками нагружает, делайте уроки, никакой свободного времени нет. Тут на соседней лавочке сидел старичок, подслушал случайно разговор. И сидел и не выдержал. Да подойду я к парням, как бы для прояснения этой ситуации. Подошел и говорит, здравствуйте, парни, можно к вам подсесть? Они так удивились, думают, что ты хочешь? Ну, садись. Я тут подслушал случайно ваш разговор. Я слышал, что вы обсуждаете своих родителей.
И хотел бы сказать, что я тоже был таким в таком возрасте и тоже не слушал свою маму, злился на своего отца, который постоянно пропадал на работе. Вот. А потом, когда такая сложилась ситуация, что моя мама заболела очень сильно, и я утром проснулся, она попала в больницу. Я утром проснулся, смотрю, что некому мне приготовить. И каши нет, да, нету каши, надоевшей. Да, надоевшей, да. Никто не спрашивает, как я в школе, как мой день прошел. И я тогда просил Вселенную, чтобы он вернул домой маму, чтобы моя мама выздоровела. Сейчас моих родителей уже не стало, но в сердце они у меня живут. И что бы я хотела пожелать родителям? Старичок рассказал эту ситуацию, да, и у детей как бы за каждого... Дети посмотрели на ситуацию другими глазами, наверное. Слова старичка дотронулись до сердца этих детей. Я хочу сказать, что любите своих родителей, цените. Они вас просто любят, они выражают так свою любовь. Да, каждый из нас был ребенком, и казалось, что... Вот когда я вырасту, я никогда не буду делать то, что делают мои родители, например, заставлять... принуждать и так далее. Но когда дети вырастают и становятся взрослыми, то они идут по стопам своих родителей. Да. Как это ни странно, но это какой-то такой круговорот жизни, и вот эта вечная проблема отцов и детей, но ведь ее можно и смягчить. Правда, Виктория? Ну, конечно, да. Итак, в первую очередь, давайте еще раз, вот у нас есть как раз время, чтобы мы смогли перечислить главные, основные аспекты нашей сегодняшней беседы. Итак, первое, чтобы заслужить доверие своего ребенка. Да-да, телезрители, именно заслужить доверие своего ребенка. Представьте себе, доверие даже у своего собственного ребенка нужно заслужить, и не обижайтесь. Да. Итак, что нужно сделать для того, чтобы заслужить доверие своего доверие. Ребенка? Доверие. Обязательно общайтесь со своим ребенком в виде диалога, чтобы ребенок слышал, чувствовал от родителя, что его слышат и считается с его точкой зрения. Это обязательно, это самое первое. То есть, если мы будем доверять ребенку, то ребенок будет доверять да, нам. Да, соответственно, да, все идет. Если мы видим, Виктория, что с нашим ребенком, с нашим подрастающим ребенком что-то не так, и он замыкается в себе, не идет даже на разговоры наши действия. Но опять же, все равно постараться родителям аккуратно, да, подойти, как бы разные стороны попробовать, чтобы подойти, поговорить со своим ребенком. Если же нет, конечно, обращаться к практическому психологу, рассказать ситуацию, и он уже поможет, как правильно, как поговорить, что ребенку нужно сказать, чтобы ребенок пошел с вами на контакт. Главное, чтобы ребенок не чувствовал, что он, знаете, есть еще у детей такой синдром, как никому не нужности. Да, то да. есть мама занята своим делом, папа занят своим делом, то есть все заняты своим делом, а я никому не нужен. Бывает, родители, дети, ну да, бывает же у вас конечно, такое. Вы да. думаете, что вы не нужны своим родителям? Нет, детки, нужны. Нужны, да. То есть ребенок не должен чувствовать, что да, он... Да, должен быть, что я нужен, да. Родители должны об этом говорить. Я не просто всегда хвалить ребенка, да, это за его все достоинства, что я тебя люблю, да, просто люблю. Вот тогда этот ребенок вот чувствует... То есть я люблю да, что... тебя не за то, что да, ты помыл что ты, посуду, да? Да, помыл да? посуду, а что ты вообще есть, что ты у меня такой. Да, не бояться вот сказать «я тебя люблю». Не бояться слов да, любви. Любви. Да, да. Да, многие боятся слов любви, особенно папы. Да, они папы. Считают, что говорить ребенку, что я тебя люблю, это признак слабости. Папы, не бойтесь говорить детям, что вы любите своих детей. Ну, правда, не надо бояться. Вам же будет лучше, да, Виктория? Ну, конечно. Будет да. папам лучше, если конечно, он мне скажет, конечно, что да, я тебя да. люблю, сынок или дочка. И поэтому хочу, будет, чтобы да, у тебя папе, все было хорошо. Папе уже будет а знаете, вот сейчас быстро мы еще один момент. Очень часто родители, я не знаю, ошибка это или не ошибка, говорят, что-то хотят своего ребенка или требуя, ставят в пример других. Нет, это вообще ни в коем детей. Случае нельзя вот это делать. Ты там такой-то, да. а Юра, он вообще совершенно другой, или ты такая-то, а это Даша, вот она родители... маме помогает.
Это допустимо? Нет, нет, недопустимо. Родители уже, как бы можно сказать, цепляют ярлык на ребенка, что он неудачник. Уже самого это вот. Зачем приводить в пример? Каждый ребенок индивидуален. Каждый ребенок да. это целый мир. Да, да, да. Да, друзья. Пусть мои. Это вот нельзя ребенка сравнивать ни с кем. Угу. Ребенка сравнивать ни с кем нельзя, потому что каждый ребенок это целый мир, индивидуален совершенно. Поэтому, друзья мои, мы с вами, и вы, и я, и наша сегодняшняя гостья Виктория Бондарь, мы все индивидуальности, и нас сравнить ни с кем невозможно. Мы с вами стоим на пороге 8 марта. Виктория, позвольте поздравить вас с наступающим праздником 8 марта. Всех девчонок, подростков, девушек юных и маленьких девочек мы тоже поздравляем с этим замечательным наступающим весенним днем, светлым и прекрасным. И пусть, девчонки и милые женщины, в ваших сердцах растут розы любви. Любите друг друга, и вы не ошибетесь. Ми з вами сьогодні, друзі, хвилювались, як навчити підлітка долати життєві труднощі. І нам допомагала практичний психолог Веснянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вікторія Бондар. Ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь. Все буде добре. На все добре.